Нам вместе веселее петь и танцевать, играть и мечтать. И все преодолеем. Лучшие друзья, мы лучшие друзья. BFF, лучшие друзья навсегда. Встреча в лагере. Леди, проснись, мы приехали в лагерь. О, мне приснился кошмар, такой реальный. О, мы приехали. Просто потрясающе. Знаешь, Кони, я верю, что здесь нас ждут приключения. Идем. Извини. Ничего. Ты видела, как нелепо? Они даже не поздоровались друг с другом. Ну, не знаю. Наверное. Привет, Нарви! Привет, Элла! Привет! Я пойду. Они нас не помнят. Мы немного изменились. Ого! Кафетерий такой классный! Смотри! Все блюда из натуральных продуктов. Сходим на кулинарные занятия. Наконец-то пополню свою книгу рецептов. Привет, Дримми и Кристал. Вы нас не помните? Мы играли вместе, когда были детьми. Детьми, говоришь? Хорошая попытка завести дружбу. Но мне нет дела до прошлого. О, но почему мы не можем дружить, как раньше? Не обращай внимания. Мы будем лучшими друзьями навсегда. Никаких лучшие больше интервью. Я приехала в лагерь, чтобы отдохнуть. О! Ого! Все нормально? Я Дейзи. Да, да, очень приятно. Я Шак. Ну, увидимся на занятиях. Да, конечно, увидимся на занятиях. Ну, я, пожалуй, пойду. Пока. Увидимся на занятиях. Шак! Меня слышно? Да, кажется, слышно. С приездом в мой лагерь. Точнее, в лагерь для талантов. Здесь ваш дар обретет крылья с нашими уникальными занятиями и... моим ангельским терпением. И что важно, у нас есть нерушимые правила: не бегать на занятия и не пользоваться телефонами. Вечно какие-то правила. А теперь распределим вас по общежитиям. Надеюсь, мы вместе. Корпус номер 3. Пожалуйста, пожалуйста. Дженна, Дримми и Фиби. Общежитие номер 2. Элла, Дейзи, Стелла и Кристал. Ладно. Общежитие номер 1. Леди, Лала и Кони. Да! Здорово! С Лалой будет так весело! Я первая выберу кровать. Нет, я. Показать вам фокус. Мне нравится. Как красиво! И пахнет приятно. Камень, ножницы, бумага. Победитель выбирает кровать. Камень, ножницы, бумага. Есть! Я выиграла! Выбираю верхнюю кровать. Ну, я знаю карточный фокус. Готово! Ух ты! У тебя здорово получилось. Твоя сторона тоже красивая. Лала идет. Скажите, вы загадали эту карту? Нет. Будешь арахис? Конечно, вы ведь загадали эту карту. Ну, ты не просила нас загадать какую-нибудь карту. Она все такая же забавная. Важно! Если не хотите, чтобы вас немедленно исключили, не покидайте территорию лагеря. А теперь к хорошим новостям. Сегодня днем мы устроим интересную игру. Победителей ждет особый приз. Мы должны победить и выиграть приз. Ну, нет, нас разделили. Просто ужасно. Не расстраивайся, это всего на вечер. Зато мы познакомимся со сверстниками, а после все обсудим. Думай только о хорошем. Ладно. Как я и сказала, победит команда, которая быстрее всех соберет 3 флажка и добежит до фонтана. Чтобы найти флаги, нужно решить загадки. Вот первое. Раз вы музыки любите, туда, где можно спеть, идите. Итак, приступайте к поискам. Флажки точно на сцене. Но хорошая мысль, вперед! Нам нужен кабинет мисс Коллект. Нет, выступать я не собираюсь. Может, это общежитие Дейзи? Она знает про пение все. Нет, нет и еще раз нет. Я не хочу петь. Я хочу отдыхать. Хорошо, помните, сперва проверим одно место, затем другое. Ладно, сначала общежитие Дейзи. Нет, кабинет мисс Коллект. На
прошла? Мы лучшие! Какие у вас лица! Это игрушка. Я вас разыграла. Это не смешно, Кристал. Мы должны выиграть приз. Ну и зануда. Нашла! Ура! Наконец-то! Ну все, Кристал, хватит! Молодец, Кристал! Один флаг есть! Мы победим! Эй, здесь записка. Если приз забрать хотите, туда, где деревья до неба, спешите. Все в лес! Скорее! Нам нужно в кабинет мисс Коллект. Вперед! Я хочу этот сюрприз! Я тоже. Поэтому мы пойдем в общежитие Дейзи. Стойте! Это же... Глазам не верю! Это джелли! Ну и воображение! Такого не существует! Что еще за джелли такое? Ну правда! Вы разве забыли? Это магическая слеза! Нет! Этого не может быть! Что-то не так! Она напугана! Похоже, она просит о помощи! О! Волшебный крылатый портал! Ага, как же! А я могу превращать предметы в мороженое, как в детстве. Девочки, это волшебный портал? Куда он ведет? А? Сейчас я с вами! Как здорово! Смотрите, это орешки Кони. О, волшебный портал! Это невероятно! Нужно пройти сквозь него, но как? Придумала! Крылатое сердце, пропусти меня на ту сторону! Что на этот раз? Какой комар тебя укусил? Забыли? Шаг влево, шаг вправо. Узрите сияние волшебного портала! Куда он нас приведет? Увидите, вы не представляете! Продолжение следует... Предыдущей серии. Сегодня мы устроим интересную игру. Победителей ждет особый приз. О, волшебный крылатый портал. Возвращение в Magic Tears. Где мы? Я уже была здесь. Я тоже. Место знакомое, только какое-то серое. Правда? О, совсем как в моем кошмаре. Вот почему Джелли просила о помощи. Эй! Это же мой домик! Ух ты! Мы тоже здесь! Мы столько сделали, когда были малышками! Может, вернемся? Здесь так скучно! Да, мы бывали здесь малышками, и что? Теперь мы взрослые, и нам лучше вернуться! Ты права, Кристал. Это место изменилось, и мы тоже. Я вижу, что все стали другими. Давайте найдем Кони и вернемся в лагерь. Ты права. Кстати, мы первыми выполнили задание. Первыми или вторыми? А? Девочки, смотрите! Кони оставила дорожку из арахиса. Вперед! Кони! 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 Кони, мы пришли! Это правда ты? Лулу! Нила! А? Сноуи? Я так по тебе скучала, Сноуи! Теперь я все вспомнила! Мы жили в Magic Tears! Я так давно вас не видела! Я жила где-то здесь, в классном иглу посреди сугробов. Ух ты! Я каталась на сноуборде и сейчас катаюсь. А я жила у залива Тутти-Фрутти. Можем зайти в гости и попить край-джус. Да, было очень вкусно. Ты же помнишь? Мы все так крепко дружили. А Стелла как-то поцеловала Нарви. Да, точно. Хватит, кто это помнит? Правда, ожерелье для меня? Только не ссорьтесь. Ничего, Лулу. Главное, внимание. Если честно, я скучала. Я тоже. Хватит, Рим, я не мороженое. А? Что происходит? Почему краски возвращаются в мир Magic Tears? Не может быть! Серьезно?
нет сигнала, что я буду делать без телефона? Ты же сказала, что устала от звонков и хочешь отдохнуть. Ну, да, конечно, хочу. Но не настолько. Мне нужно уладить много важных вопросов. Пора нам вернуться и выиграть особый приз. Победители мы. У нас на один флажок больше. Всего один флаг? Не маловато ли? Я не прочь побывать в заливе Тутти-Фрутти, но может нам лучше вернуться, пока первое место не заняли? Но мы не можем уйти сейчас. Сперва нужно вернуть сюда краски. Подумаешь, скучная игра. Мы нужны миру Magic Tears. Но мы больше не дети. Значит, придется решить все по-взрослому. Давайте голосовать. Давайте, точно. Идет. Кто хочет уйти, поднимите руки. Одна, две, пять. Теперь те, кто хочет остаться. Одна, две, четыре. А ты что, Лала? Даже не знаю. Лала, не хочу давить, но все зависит от тебя. Ты хочешь остаться? Или вернуться и выиграть особый приз? Ну, наверное. Мы ведь теперь взрослые. И я не хочу, чтобы нас исключили из лагеря, ведь покидать его запрещено. 6-4. Мы возвращаемся в лагерь. Но я не хочу. Мне не нравится результат. Но он честный. К тому же, мы можем вернуться позже. Что это было? Прим, куда они подевались? Странно. Пустяки, это просто ветер. Ну уже возвращаемся. Не похоже на ветер. Этот смех совсем как в моем кошмаре. Крылатое сердце, пропусти меня на ту сторону. Стойте! А? Нет, это не лагерь. Как нам отсюда выбраться? Помню, здесь был телескоп. Он поможет найти другой портал. Вперед! Для всех тут тесновато. О, нет. Все миры потускнели. Правда? Дай посмотрю. Даже залив Тутти-Фрутти? Это ужасно. Мы должны что-то сделать. Нет, мы должны вернуться, пока и до нас не дошло. И как это сделать, гений? Тише, тише, успокойтесь. Потрогайте мой камень, обращающий плохую энергию в хорошее. Поищем другие порталы. Сперва я посмотрю, не осталось ли цветных миров. Не толкай. Это ты не толкай. Это не я. И не я. Эй, не тяни телескоп. Я не тяну. Нет, тянешь. А, это же лес сладкой ваты? Зена! Нет! Ее нужно спасти. Но как? Ого! Ну, конечно, у Фэнтезис есть способности. А я могу превращать предметы в мороженое. Вот, Фиби, специально для тебя. И еще для Джены. Ух ты, что это? О, столько предметов. О, спасибо, Сноуи. О, Фэй, я думала, что потеряла эти камни. Они такие классные. Ух ты, ископаемая с горы Фэнтези. Спасибо, Бетти. Они наверняка вкусные. Совсем как в моем любимом заливе Тутти-Фрутти. Отлично, Лулу. Как раз вовремя. Помните магические слезы? Они самые лучшие в мире. Лучшая слеза была в заливе Тутти-Фрутти. И джели там озорные. О, как я по ним скучаю. Всегда такие веселые. Я тоже. Но слеза из леса была так напугана. И мы здесь из-за нее. Они всегда нас веселили. Этот мир был особенным. Все было прекрасно и чудесно пахло. Как я могла забыть? Мы были лучшими друзьями. Так и было. Нет, Рим. Рим, не щекотно. Все идет не так, как я задумала. Но вам меня не одолеть. Девчонок давно не видно. Может, это розыгрыш? Продолжение следует. Лучшие друзья, BFF, лучшие
предыдущей серии. Где мы? Этот смех совсем как в моем кошмаре. Как я могла забыть? Мы были лучшими друзьями. Почему краски возвращаются в мир Magic Tears? Лучшие друзья навсегда. Мне с вами так весело, девочки. Да, мне тоже. Но пора возвращаться. Мы даем мальчишкам большую фору. Мальчишкам? Особенно Нарви, да? Всем мальчишкам, Кристал. Предлагаю проверить все миры Magic Tears. Может, так мы узнаем, что случилось. Я не хочу идти. Мои звездные ножки больше не выдержат. Да брось, в каком мире живет Дейзи? Эй, мы выиграли голосование, и лучше нам вернуться в лагерь, пока мы не нарвались на неприятности. Дримми, оглянись вокруг. Не находишь это странным? Все краски потускнели. Очевидно, что здесь происходит что-то плохое. И мы не вернемся в лагерь, пока все не исправим. Да. Она права. Но мы голосовали иначе. Но? А? Опять этот смех из моего кошмара. Но что за кошмар? Мне приснился кошмар, где этот смех был повсюду. Лучше не выяснять, что это. Мы уже уходим. Нужно найти волшебный шар моей кузины Тины. Так мы узнаем, что происходит и как выбраться. Да! Вперед! В дом Тины! За волшебным шаром! Я подожду здесь! Нет уж, ты пойдешь с нами. Летать так здорово! Весело! Начнем поиски. Смотрите, алмазная пустышка. Помните, как в детстве мы искали ее дни напролет? Идеальная подвеска. Эй. Мне больше нравилась бабочка. Она лучше смотрелась со шляпкой. Вот и он. Лови, Фиби. А? Волшебный шар. Покажи, что не так на этой земле, а я могу сделать стойку на голове. Что ж, придется стоять на голове. Она права. Я что-то вижу. Огромное яблоко. Яблоко? Где здесь яблоки? Это залив Тутти-Фрутти. Оу! Вперед! В какую сторону? Смотрите на Нилу. За ней. Ого! Не помню, чтобы здесь так... Так... Так пахло? Удручающе. Это ужасно. Смотри, здесь только джелли. Они такие грустные. Опусти ниже. Ну, еще немного. Не так сильно. Нет. Дженна, помедленней. Ай! Извини. Какая гадость. Может, это наше яблоко? Других я здесь все равно не вижу. Что здесь произошло? Клубничное озеро? Оно испортилось. Помните, как мы спасали Мэй? Мы едва не выпили все озеро. Оно было вкусным. Не то, что сейчас. А помните, как Джелли пробрались на фабрику? И устроили там погром. Но было так весело все исправлять. От этой дружбы меня тошнит. Я заставлю вас забыть про смех. Я, наверное, вела себя слишком капризно. Прости, будем дружить. Сперва я отнесу тебя на пляж, чтобы ты умылась. Идет. Нужно найти яблоко, которое мы видели в волшебном шаре Тины. О, я не могу так больше. Я сдаюсь. Яблоко! Держись, прошу! Где Дженна? Лишь она может летать! У нас нет времени. Скорее, возьмитесь за руки. Еще немного. Ну же, все вместе. Давайте, девочки, держитесь. Почти. Ой, нет. Ветка, на счет три. Раз, два, три. Получилось. Нет. Спасибо, что спасла его, Дженна. Как хорошо, что ты цел. О, смотрите! Ожерелья! Все одинаковые! Мне нравится! Здорово! Лучшие друзья навсегда! Вот это мой залив Тутти-Фрутти! Краски вернулись!
И пахнет чудесно. Чего ты хочешь? Ну все, теперь можно и домой. Конечно, нам нужно было снова подружиться и стать командой, совсем как в детстве. Лучшие друзья навсегда! Но мы ничего не узнали про таинственный смех. Какая разница? Краски вернулись, а нам пора домой. Я буду скучать по тебе, но мы уходим, чтобы расти. Нельзя быть детьми вечно, но мы с тобой еще увидимся снова. Идем, нужно победить в игре и взять приз. Но сначала последний полет. Пока! До встречи, пока! Дай знать, если что-то случится. Жаль, тебе нельзя со мной, Рим. Это еще не конец. Стойте, это же... Нет, пустяки. Пока, Рим, я буду скучать. Я превращу лагерь в место полное тьмы и отчаяния. Рим? Рим? Ух ты! Выглядишь потрясающе! Но откуда ты здесь? Дримми, бежим! Скорее! Иначе парни победят! Если тебя заметят, то заставят вернуться! Скорее спрячься! Скорее! Опаздываете! Но не бегите! 1, 2 и 3 флажка. Вот наши победители! Особый приз достается вам, мальчики. О, мы почти победили. Это с одним-то флажком? Забудьте. Зато мы снова вместе. Да, мы лучшие! И в качестве утешения пирожные для остальных. Набор для грима? И это особый приз? Ну, мне нравится. А мне нет. Эй, это наш приз! Правда? Тогда угощайся! Эй, я тебе покажу! Мне нравится это место! Я уничтожу их дружбу! Все преодолеем, лучшие друзья!